Приветствую всех своих подписчиков и новых зрителей. Я очень рада, что вы снова со мной. Сегодня я предлагаю вам рецепт спагетти болоньезе. Или, если сказать проще, макароны с мясным фаршем. Если вы любите макароны, то спагетти болоньезе обязательно станут для вас любимым блюдом. Приготовить такие макароны очень-очень просто, легко и быстро. Отличное решение на любой обед, ужин для всей семьи. Для приготовления нам понадобятся спагетти, фарш мясной, лук, помидоры, чеснок, томатное пюре или томатный соус, растительное масло, соль, сахар, перец, специи и зелень. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь и ставьте лайк, если рецепт вам понравится. Сначала нам нужно нарезать мелко чеснок и лук. Затем я нарезала петрушку, можно нарезать укроп и помидоры. Помидоры я предварительно очистила от кожуры. Нарезаем помидоры на мелкие кубики. Затем разогреваем сковороду, наливаем 2-3-4 столовые ложки растительного масла и выкладываем для обжарки лук и чеснок. Хорошо перемешиваем. Сначала обжариваем на таком среднем огне. Когда чеснок с луком немного обжарились, добавляем фарш. У меня говяжий фарш 450 грамм. Точное количество ингредиентов я вам указала в описании под видео. Фарш нужно хорошо размять, чтобы он не схватился комком и все хорошо прожарилось. Перемешиваем фарш так, чтобы размешать хорошо-хорошо все комочки. У меня это блюдо получается сочным, я не добавляю кипяток, но многие добавляют кипяток. Если вы видите, что у вас фарш получается очень сухим, то добавьте 100 мл кипятка. Но я все-таки советую делать это в конце. Если вы видите, что все получается очень сухо, то добавить кипяток в конце, после того, как вы уже добавили томатную пасту. Добавляем соль по вкусу, перец. Хорошо все перемешиваем. Можно еще подсолить. И добавляем мелко нарезанные очищенные помидоры. Еще раз все хорошо перемешиваем. Затем добавляем 150-200 мл томатного пюре. У меня томатное пюре, но можно заменить томатным соусом, либо томатной пастой. Но томатную пасту надо развести в 100 мл кипятка. Добавляем 1 столовую ложку сахара, специи по вкусу, зелень. И все хорошо перемешиваем. Перемешиваем так, чтобы фарш слился вместе с томатной пастой и со всеми ингредиентами. Затем уменьшаем огонь, накрываем сковородку крышкой и оставляем тушиться на 10-15 минут на маленьком огне. А в это время приготовим макароны. В закипевшую воду выкладываем макароны. Берите макароны хороших сортов твердых, которые готовятся 10 минут. Я советую не подсаливать воду заранее в макаронах, а посолить их потом. И также их перемешать со сливочным маслом. Выкладываем в тарелку сначала макароны и сверху накладываем фарш с соусом. Посыпаем сверху зеленью и подаем к столу. Я надеюсь, что я вас смогла вдохновить на приготовление этого блюда, и оно вам очень понравится. Смотрите другие рецепты на моем канале, что приготовить на ужин, что приготовить на обед, блюда с мясом, ссылки я вам оставлю в описании под видео. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч!